Хилам вывезли коляску. А что за паладин 250 253? Это я, Юра. А, это ты. Маша, хочешь, я тебе сову дам? Какую? Или ты на сову никогда не сядешь? Я совой в этом ДПС еще меньше, чем этим паладином. Там вон Мозер, кстати, меняйте меня, да. Я вообще какого уже бегаю, не знаю ни хрена, что делать. Давай, как ты гречу лучше, пока сейчас ходишь, погуляешь, а Мозер зайдет в рейд. К Мозеру уже... Мозер уже зашел. Мне как бы леча надо закрыть, чтобы в РС походить в гер. Ну ладно, могу погулять. Да, запускай. Пускай там улетит. Так, греч. Выходить? Не-не-не-не, что это? В рейде. Тыкнуть. Так, где ты? Звезду видишь, иди сюда. Знаешь так? Стоишь вот тут, когда там ключа возьмет, идешь сюда, пьешь в жопу. Когда крик, лужа на миликах, убегаешь в сторону или вперед бегом за танком. Лужа появилась, идешь дальше дамажить. Также, то есть и вот так будешь идти до конца. То есть переходная фаза, она будет у нас вот тут. То есть главное не вляпайся в лужу, потому что если ты вляпаешься в лужу, ты за собой утащишь еще несколько миль. Так же, как в обычке, чума. То есть на тебе чума, от экшеркаря, между РДД будет, и отнес, задиспелили, вернулся обратно. Главное, смотри, не вляпайся в лужу, самое опасное. Перифаза точно такая же, как в обычке. Выходим с перифазы сюда, в центр. Вторая фаза один в один. Что в обычке, что в гере. То же самое, только один нюанс. Фальку до 50% добиваешь, она отпускает и все. Ну, тут самое страшное, это, естественно, лужа, осквернение. То есть осквернение, выходишь, где кричат, выходишь вот на среднее кольцо. Если на тебя череп, бежишь к краю. Если рядом с тобой череп, бежишь в центр, все. Там перифаза на третью фазу та же самая. Выходим на третью фазу. Главное разбегаться в рейндж сразу, в третьей фазе. Только все то же самое почти, только комната общая. Все влетаем в комнату. Будет вводить звездочка. Так, походу я буду вводить. Бегать все. Короче, будешь тусоваться чисто в звезде. Вначале сбегаемся в комнату с засава. Сбегаешься в центр, находишь, где звездочка, куда она побежала, и прям в звездочке. Не растягивается колбасой сосиской, а кущенько прям везде. Ты милик, тебе там делать нехрен. Все. Выход из комнаты сразу мгновенно в рассыпной, потому что после комнаты сразу осквернение. Ну и будет так несколько комнат. Все. Вопросы, Греч? Да нету вопросов. Ну, тут Афония есть, главный наш анонсер. Так, Афония, да, и такие слова на этом, что она, ну, блядь, на рейсте, да, как усиленно. Так, что на баф на пол? Сейчас, погоди минутку, выставлю себе, я талант снял. Можешь запускать, а? Да, я есть, подойду. Кадр готов? Да, да. Увижу осквернение в центре сразу. Центр только... В центре может осквернение быть только от танка. Больше никакого. Кто МТ? Чё, как обычно. Войт на боссе. На пол в квадрат, осквернение в круг. Заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде.
но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безумности. И контролируйте ману Хилов. Да будет так. Ну, сейчас видите все хилы, кроме Холи Пвала, и да, которые следятся. Когда 5 команды не будет, скажите, никому залить. Сами отслеживайте. Напоминаю, Яра после первого сквернения. РДД. Шаркарь. РДД. На Даркхавке. РДД. РДД. Диспел. РДД. Пробегайте дальше, там череп далеко стоял. Дальше, дальше, дальше. РДД. Адмирал. РДД. Всем привет. РДД. Панзера, Панзера. Чему по рейду, по диспорте? Шаркарь достает там. Угу. Чума нет. Че, гневного как? К Шаркарю? Сдави гнев. Чума есть, нет? Да нет, чума. Ну, тогда уешь. Выйди. Два, выйди из рейда. По ним. Только сильнее уесть, он зальется. Хан. Тос, пожалуйста. Их удаливайте. Второго гневного удалить. Перефаза. Дневно объем, в первую очередь. Как у боссов, стали быстрее сейчас прилететь. Женек, давай поближе. РДД сразу разбежались с сейф зоны. 5 секунд. Ау. На танке в центре. Да не стану повалить. Дайте Геру. Че? Сразу сейчас будет сложное осквернение. РДД по Шпикарю. Вальки, и сразу осквернение. Разошлись милики, ты че?
На, опять на... Хорошо, спокойно бьем. Ромбик там... Печеньку бьем. Трусах кто? Ворот? Нет. Не, значит... Стан, стан, трусах. Еще один. Оскорнение 5. Провокат. Все быстренько залечал. Вальки. Так Шаркаря надо бить. Пропал. Все, разбежались. Пять. Ману. Дары раздадите или минус 3 будем бить? Вау. Ману пол. Дали по гречке. Перо. Дай. Даю пава. Центр. Буду вордава. Бафы сразу. Ты под жопу встали? Это смежное. Сбежали. Подожди. Ты кончик. РДД в ромбе. Печеньку, печеньку. Кто бьет лича? Бояр это дует сегодня вообще, нет? Жень, он по запасу. Осквернение. Руиды, блядь. Печенька варлок. Прохил. Печеньку не бейте, бейте ромбик, трусы. Кто спросил? Где мана у умности? Два озарения только увидел, что отдали. Два давал карбин. Эрдре. Сейчас бегим на хп, не подошел. Ложитесь. Ложитесь. Валим. Там, короче, вот на первой фазе либо стараться как-то больше в лича давать, чтобы третьего Шаркаря не было. Либо если он есть, как-то, я не знаю. Чё с прохилом? Чё с маной, блядь? Жнуэн! Чё с прохилом? Почему вижу только, блядь, три иннера, блядь, КД? Шаман, блядь, без маны вообще. А иннеры, блядь, даже не в КД. Афоня, где твой иннер? Да мне не до этого было, если честно. Да ничего, шаман стоит, ноль маны, блядь, нету просила, люди ложатся. Тебе не до этого. У нас люди улетают, потому что кто-то стоит и бьет босса. Вот просто, блядь, Леш, они стоят и бьют босса. У нас вальки улетают, относят. Запаску вынесла, а она умерла. Он умер. Стоят там, кто-то поливает, тупо лича. Скиньте. Раз, два, три. Четыре. Короче, этот, Лена, всем, кто ниже полтора, ниже седьмой позиции, блядь, мэм хант набил больше. Все, кто ниже седьмой позиции, всем по 250. Меня Валька унесла. В смысле? Я мэр давал, давал иннер.
Куда ниже седьмой позиции? По валькам. У нас ни одного милика по валькам выше, блядь, нету седьмой позиции. Хотя милики в приоритете должны больше всех давать по валькам. Нас вальки унесли, по-моему, вместе. У нас один провокатор, который дал, блядь, ДПС по валькам. Где от остальных ДПС по валькам? Мы сдохли, валька. Все, блядь, коты, сука. Где коты, блядь, ДПС ваш по валькам? Я говорю, я бэйрил, я иннер отдавал, я станил. Блять, на это тратится 3 секунды. Отдать иннер, отдать БР и отдать, блядь, этот, и стан дать, это 3 секунды времени. А зачем ГП, я говорю, мы в вальках были с варом, алло, серьезно. А на второй вальке сдох. Как я могу давать ДПС вальков? Поехали дальше, рыбу. В том-то и прикол, что у нас уже люди умирают на второй вальке. А такого быть не должно. Вижу, что хоть одна валька унесет человека, получают все ДД. За исключением тех случаев, когда буду сам носить. Что продаем. Пианист, я логику не пойму. Ниже седьмой позиции. То есть ты вот сейчас в следующий раз опять так скажешь, у тебя 18 ДД, то есть 11 человек по-любому получит по 250 ГП. Нет. Так? Твоего? Нет. Вот смотри, а как? Сейчас. А как? Вот сейчас 11 человек по-любому, хоть как вот, блядь, сейчас не выебывайся. Вот сейчас вот один человек просто, блядь, прилетел 250 ГП. Да. Не меньше, меньше полтора. Не пойму. Меньше полтора ляма. Могу всем начислить. Хочешь, давай всем начислим. Нет, всем не надо. Кисурат, он сказал меньше полутора ляма. А это седьмая позиция ниже. А первая сколько было? 3,5. Первая 3,5. А как можно дать вообще сколько, то есть тебя унесла валька, ты сдох и весь лет лежал? Мне интересно просто. А такого не должно быть, что с вальку выносит. Да вы, конечно, линкуете первый маг, у него бомбы выебашат по вальку, которая вверх улетает. Вторая сова. Третья ЛМ. Вторая сова, которая кидает этот Старфол, она бьет по вальку, которая также наверх улетает. Сова бьет валик, который над лечом. Тоже. Так же и матку улетает. Ладно, давай возьмем. Вот у провокатора. Лимон 860. Вот это у него чистый, да, валик. 2 секунды, давайте лучше сосредоточимся. Вот. ММ Хан больше набил, блядь, чем вы. Издеваетесь? Да-да-да. РДД, Тимыч. Очень долгая реакция. Соточку заработал. В смысле это? Евка, цель зона, отошли. Чем ты не вынес? Так я ее вынес же. Охуенно ты вынес. Шелька, да, под жопу ее надо выносить. Милики быстрее, Никитос. Евка, сейф зона.
РДД, Мозер. Рахил. Абсорб чаще кидай. РДД. Мелики быстрее отбегайте, Фанзера, чума. Два процента. Потихонечку давайте, сейчас после следующей ловушки перебегаем. Все, бежим, РДД. Блядь, Никитос. Край, видели, что на край. Все, перевели. Че, шаркаря забери. Новый шаркарь, у тебя как раз две чумы. Блядь, я не достаю. Не рвите агро. Чё с агро? Всё нормально. Меня оно не может забрать. Это что, блядь? Прикольно. Диспел. Тим, мы чё фоне, а фоне шамана. Если шаману встать нет. А встать есть? Ты где, на середине лежишь, шаман, или здесь, возле нас? Гневно на мне. С пульсацией выбегать. Сферки бей. Встанешь после первого заражения. Под первое заражение Мозер отдаешь им. Ты чё забрал? Чего прошло заражение, вставайте. Инер шамана. Вальки. Никитос. Бьем Валик, РДД рейндж. Хил в печеньке. Два хила в печеньке. Осквернение. Осквернение. Дошли, Лена. Ну не в центр же. Куда ты в центр бежишь, блядь? Ну, ромбик разбивайте. Я испугалась, что сейчас хила не хватит, потому что два в этих самых. Сложное сквернение сейчас будет, завалить за прохил. На малом кругу стоим все. Подойдите, блядь, какого хуя там перед лечом кто-то лазит вообще? Малый круг. С черепом. Наружу, наружу с черепом. Шли все. РДД бейте печеньку Ром. РДД по печеньке Рамбу быстрее. Фраска, подойди сам. Стан. Что БР есть? Печеньку разбейте. Ром продаю. Ром потерянный. Потерянный Ром. Печеньку не потерял. Осквернение. Рейндж. Все, шли все. В центр, все бежим в центр, быстрее, сейчас валь. Хил, дракавка. Так, запаску БРю. Встаньте в одну. Сейчас заражу. Я Вставай. Я в ранге. Ром, бейте. Лена, какую хуй ты в эту сторону летишь? Прохил, проню. Осквернение. Все, трусы добиваем, просел. Маны у шамана нету, блядь, опять. Инра где? Что по боссу? Сильный по боссу играем, Вальке. По боссу больше. Блогер. Блоки сейчас прилетят, разбегаемся. Разбегаем. Вальки бьем. Трусы привее. Трусы.
Потом эти два. Печеньку, станы раздавайте, рога есть, блядь. Вернение раньше. Дальше РДД продолжают бить босса. Кончик. Отойдите все оттуда, веди на центр. Быстрее в центр бегите, сейчас будут валить. Под базу стали все. И прохил, кучнее держитесь, больше прохила будет. Жнен даже помогается практически. Гимна ману кислая дай. Не отдавал я нахуй, 2 минуты. В трусах кто? В трусах ворлок. Прохильте сейчас. Подойдите ближе к краю, блять, к волковскому порталу. Хилы. Прохильте заражение. Дайте гим. Что с прохилом, блять? Хильте. Лена, себя! Настя, ты нормальная вообще с Леной, нет? Валь. Поднимите ДЦ, у кого есть БМ. Быстрее. Жнуэнэн, маны нету. Разбежали со скрин. Хилов маны ноль, блять. Дайте ману. И нора, блять, там гимна. Дайте. По умности залейте что-нибудь. 50 секунд, да? Побосы переводить. По валькам играйте, по валькам. Вальки бьем. И босса параллельно. Сквернение. 5% еще снести надо. Рахиля мреет. Кучнее держите. Все в центр бежим. Вальки. Больше Рахила будет. Кучнее под лича сбегайтесь, больше прохила будет. Вальки эти не бьем, туннелем лича. Ну отлично. Лича все бьем. Кучнее держите. Хилы дохиливайте. Если есть секунд, 5 секунд. Шаман. Залейте. Перевели. Ай, все, квальком станы. Все на край подошли. Дефы. Прибежали. Прохиливаем. На рейндж набрали. Духа забери. У Лены маны ноль, блять, опять. Я раздаю, покуда. Есть кого гим? Через 10 секунд будет. Дух. 5 минут. Заебись. КОБР остался. Даю кил. КОБР остался. Жнуэн, поднимешь Афоню. Звездочку на себя. Кислый. Прохил рейда. Сферы активнее. РДД, блять, бейте. Меньше урона по рейду будет. Да не достаем, не долетают. Ханты, блять, есть, которые доставать должны. Ханты бейте, да. Перешли. Заберу босс на себя. Бафы сразу по... А, Фоня, встанешь, когда комнату затянешь. Да. Чешку отдам в комнате. Сейчас. Сейчас все в центр сбегаемся, потом за звездочкой. Все, за звездочкой побежали. Холинову спамим. Не забегайте за звезду. Все за звездочкой бегаем. Ближе к стене держите. Духи сверху летают, ханты бейте. Просыпнули. Дошли все, черепа. Все, босс, обьемся. Сивня. Бах, пожалуйста, по салону. Все по боссу играем.
максимальное количество урона выдаем. Сквернение. Сквернение. Отошли все нахер. РДД дальше бьем. Сейчас комната будет. Инер, по кресту дайте по нейдеру. У нее пол маны. Холинову спамим. Крестов достаточно. Направо. Направо. Ты что уходишь? Тимати прохил, Проню прохил, блядь. Никитоса. Жнлен, хотай. Сейчас там взорвется, побежим. Бежим. Забегаем, звездочка. В фоне бафы дайте. Ролгу. Двигаемся. Забегаем. Звездочкой дальше. Посыпнули. Черепа все свалили оттуда, блядь. За спину лича. Вот, за лича стали все. За лича и туннелем лича. Лови там духов, сейчас полетят духи. Афоня, если что там. Не, не откидывай, не надо. Угу. Духов. Призывает на другую сторону пнения. Череп. Все, играем по лечу, залечаю, все по лечу. Ты чё, дебил, блядь? Это он бы не успел. БРов нету, да? Минута. У меня БР. После комнаты. Сейчас больше хилы придется попотеть, хильте. Чешку отдала. Звездочка еще. Налево. Отдашь, когда выйдем с комнаты, вынесем осквернение, отдашь, БРч. Бежим. Убегайте быстрее. Прохил. Дай... Мастер аур дайте. На тьму. Прохил, да. Это не момент. Сейчас выход. Осквернение. Это черепа все. Все, стоим за лечом. Гера есть. Геру давайте. 2 минуты до Геры. Духов твои. Не во всех. Тут по-разному Гера давалась. Все добивает. Там добивайте или что? 2 ляма. Осквернение 5. Разбежитесь на всякий случай. Далеко отводить не буду, на центре поставлю, чтобы все доставали РДД. Осквернение. Леш, можно маунта престом пароль? Шаманом роль. Или на шамане есть. Опа! Шамана... А вот и шаман. Шаман я не буду его брать, это же твин, он не должен быть. Шаман, кик шаман, лишний. Ну ладно, тогда заходит. Лен, ты со старым меня поменяй сейчас, пожалуйста, ладно? Представьте, что вот это маунт рольте. В смысле рольте? Сейчас откроется сундук и будет. Ну я же зайти мне надо будет на него тогда, если я сролю сейчас. Но я не сролю. Так ролить или нет? Не-не-не, давайте заново. Хорошо, пошла. Фанзера. А чё маунт ролим? Кто-то выходит из инсташки? Да я хотела, да, престом зайти на сундук. Шаман же никто не должен. Ты не сролил, можешь заходить. Я не сролил, поэтому я шаман не останусь.
Панзера, БЦ. Кто там? Панзера. Выше тебя на один. Дай лутера, чтобы я по-быстрому разрулил. И пошли дальше. Да. Смотри, убили лича, народ попёр. А там был резкий, если свет начать, ну пока я задушу. Полечу и повалим. Дай мне силу разбить эти оковы. Вырезки танку, какая фласка нужна, сопрот или на стамину, если свет начать? Сопрот. Танку. Сопрот, ну и во тьме, кто остается, спит сопрот, и кто остается свет. У нас еще Джанна, да, ДС. Так что спешите жить. Возможно. Где Фарадей? Твоя ненависть не заберет больше ни одной. У него маг. У него маг свободный. Наконец я свободен. Мне он нужен. А планеты что, у нас не было, да, в этом? Мы составим. Вот я стою, как лев. Лейс, вставайте, кто там лежит. Лёха, как думаешь, вот эту триню с Гидроса есть смысл на пистон менять на Джайну? Нет. Тебе даже Джайна говорит нет. Сундук открываю я. Ой, сколько вагонов. Да, Гена? А нолин кальнитерон полечу. Посмотрим еще раз, Амир, кто тут вагон. Так, открываю. Я могу сказать, что адмирал практически бисовал магии вагон. И вот его отскабы. Серьезно? Нихуя себе. Ты старый. Дай-ка я над ним поиздеваюсь. Старик, блядь, ты меня слышишь? Ладно, я рад был с вами поиграть, я пошел в окно выйду. Лен, поменяй меня со старым. Меня в... Я уже из инста портнул. Да играй ты нахуй уже, все, я пошел. Нет, ты сейчас меня на Джайне поменяешь, да, братан? Пошел. Женек, подгон тебе, да? Открою, нахуй. Два Тиреноса в две руки, да? Нахуй, вообще... Нахуй, удалите, ебать, ну, короче, да, нахуй. Ну, вовремя просто, старик. ГЦ же, да. А второй не кому? Возможно. Не было возможности. Пришел бы вовремя, было бы твоя. Второй же, скорее. Не было возможности. Япончик. Корова. Блин, Женьку, по-моему, чуть не хватило. Нет, там нормально. Нет, много, да? Просто... Там Лена еще. Не, есть. Лена есть. А, у тебя есть? А, ну тогда да, Женек чуть не хотел. Два, две тебе нас потащили. Кто, Фанзера выиграл, да, коня? Да, да, Фанзера. Да, Фанзера. 97 вроде. Лехи, 96. Так, на минутку отойди. А сын Драгоса был осколок? Да, вроде. Да, хорошо. Это сколько? Ему 3 осколка вроде осталось. Да, не, по-моему, не было. Я думаю, что не было. Он в луте не высвечивался. Так, точно, короче, кого не было на этом бойсе?
Гречки 100%. Кто нихуя не знает вообще? Пипец, хрунишки. Все остаются. Сегодня будете зарабатывать ГПшку. Речь меняю на этого босса, на инопланетянина. Фанты остаетесь. Все остальные тоже остаются. Дальше по поводу Тимыча. Что с Тимычем? Что с ему Тимычем? Это, ему, я понимаю, нужно, ну, куда-то уходит он постоянно. Ну, он мне вчера тоже, получается, писал, когда РТ, то, что... Он пошел воду набирать в бочке. Что-то я не знаю. Ну что, две тренерски упали, что ли? Да. Такс. Так, я начисляю? Кто нихуя не знает, кто нихуя не знает. Сейчас вам этот... Сейчас вам Гена расскажет. Лёш, может мне пока на замену? Вы там намучаете? Крайне что ли? А потом, когда решите убить... Я не веду мучиться. ГПшка с первого пула будет лететь. Я серьезно. Я не пришел сюда мучиться. Я не пришел сюда, блядь, сидеть 2 часа. Не можете, значит, блядь, будете получать ГПшку. А кто не знает? Давайте речи, короче. Адмирал, еще ты раз. Писал, а ты писал Френдик сейчас. И Эльмурсио, правильно? Проня, ты тоже не знаешь? Адмирал, ты записывал лича? Был бы Фарада, поменял бы кого-то с них. Фарада нету. Вот, надеюсь, в следующий раз. Меня слышно вообще, не? Слышно. Ладно, давайте по порядку. Первая фаза. Появляется маленький трэш. Бьете маленький трэш. Ну, то бишь, Кот, да, Вар, Хант, ты, для тебя, ну, бей тоже маленький трэш. Вот, когда анонсят Шторм, нужно набрать рейндж 10 ото всех. То есть сказали Шторм, рейндж 10 набрали, все, стоите, каст Шторма, Джайн, ну, не прокастует. Это вся первая фаза. Вот, вторая фаза. Сейчас. Релогнусь. Смотрите, вторая фаза. Распределять всех по меткам. Стоите, то бишь, Хант, стоишь просто в метке. Милики, что для вас? Получается, Джайна останется в центре. Вы стоите, как бы бьете Джайну. На каст лучей, когда Джайна будет кастить испепеляющий луч. Ну, просто, не помню, подскажите, там правильно каст называется лучом. Вот, видите каст луча, убегаете в эту метку. Ну, то бишь, какой вас назначили, да, например, там, Френдик, звездочка, да, провокатор. Типа, говорят, каст лучей, отбежали в эти метки, все, каст лучей прошел, увидите, там будет такая земля будет подсвечиваться, и на этом месте будут появляться лучи. То есть, если вы будете стоять в этом луче, вас ваншотнет. Поэтому на каст луча отбегайте в меточку. Вот. Это получается по второй фазе. И выносите дебаф. Сейчас скажу. Винкольную и... Тейлор Мивен можете себе забить, чтобы не прослакать. Смотрите. Первый дебаф. Линкую в рейд. Называется взрывоопасный пламень. Что вам нужно с этим дебафом сделать? Выносите его от метки. Ну вот, например, смотрите. Я звездочку ставлю. Вот, например, я стою в звездочке, да, и на меня кидается этот дебаф. Он висит 5 секунд, после чего подо мной появляется лужа. И эта лужа потом поползет к боссу. То есть вам нужно отнести эту лужу либо влево, либо вправо, и ближе к краю. То бишь, например, вот так вот, между двумя метками и ближе к краю, чтобы потом появилась лужа и ползла к боссу. Если вы вынесете, например, в метке, да, или за меткой, от этой лужи потом пострадают другие игроки. И точно так же близко к боссу не нужно выносить. Типа минимальный рейндж, это вот мини, вот это круг, который, ну, мини-круг. Получается, это минимальный рейндж, на котором вы должны выносить эту метку. Второй дебаф называется дикая...
Получается, это дикое пламя. Вот еще раз линкую. Получается, вам нужно просто ото всех набрать рейндж. Вам не обязательно убегать на край платформы. Вы можете стоять там рядом с боссом, так, чтобы не задевать других. Получается, вы увидите, если на вас кидается дикое пламя, под вами будут такие кружочки. То есть, как бы эти кружочки не должны задевать других игроков. Это все. И получается, и когда кричат «ползут», то бишь вот когда выносили первый дебаф, появлялись лужи, и когда они ползут, кричат, да, милики, вы отходите от... потому что, ну, вас эти лужи заденут. Вот, это по второй фазе. По третьей фазе, смотрите, на третьей фазе две метки – квадрат и крестик. Получается, Хан, стоишь в любой из них. Милики, что для вас? Бьете босса, видите каст «натиск», либо кричат, не знаю, за кастами следите, вам кричат «натиск». Вот. Вы убегаете в одну из этих меток. Потому что Джайна начнет кастовать шарики такие голубые. Если хоть один человек ловит этот шарик, урон по всему рейду проходит, вне зависимости, где вы стояли. Поэтому вы видите каст «натиск», убегаете либо в крестик, либо в квадрат. Вот. И то же самое делаете, когда идет каст у Джайны луч. Ледниковый луч. Вот этот каст. Вообще, опять же, видите, кастится луч, убегаете в крестик либо в квадрат. Вот. И еще один момент. Это уже я напоминаю для всех. Также будет дебафчик на двух человек рандомно. Длительная буря. Просто так всех нужно отойти. Вот. И еще будет ледяная метка. Это вот насчет метки повторяю для всех. Работает типа как на Синдрабосе, у вас появляется меточка, вас потом замораживает глыбу. Глыбу нужно будет разбивать. Метки ставите, смотрите. Вот череп, да? Луна, крест, квадрат. И еще одну, типа вот на этой же линии. На этих же двух линиях. От Джайны, да? До квадрата, до креста. Вот у вас две линии. На эти две линии вы должны ставить эти метки. И также на ранже друг от друга. Насчет, блин, куколы, я даже не знаю, что это показывает или нет. Он сдохнет на куполе. Вот вчера. Лена начислишь здесь. В общем, смотрите, ладно, насчет купола. Запоминайте. Мы переводим на третью фазу, ждем 2 минуты. Я про ночь, когда будет купол. Что насчет купола? Смотрите. Отбегаете во время купола. Между крестиком и квадратиком. Вот смотрите, получается, звездочка. Под вами могут. Получается, что на куполе? Джайна невосприимчива к урону, да? Появляется там 6-7 катализаторов, ну, которые нужно спить. Сбивать катализаторы. И опять, по-моему, фаза заканчивается, бьет Джайна. Также на куполе появляются лучи. Грубо говоря, работают как лезвие брезг во тьме, да? Только будет, получается, не одно лезвие, да? А как бы два лезвия крестом. И будет ходить. Вот, отбегайте, смотрите. Входит почта успех. Отходите за крестик и за квадратик. Смотрите под себя. Если под вами начинаются прорисовываться шипы, отбегайте против часовой стрелки, то бишь направо. И пропускайте эти шипы мимо себя. Не нужно, вот если вы видите прям под вами, или чуть левее от вас появились шипы, сразу налево, как бы на почту стрелки, бежать не нужно. Сначала посмотрите, где они появятся. В общем, получается, френди, да, вар, хан. Просто бегаете бочком и смотрите купол на Джайна. Вот так смотрите, бочком бегаю, звездочку. Смотрите на Джайна. Катализаторы не бейте просто. Просто не бейте. На катализаторы не смотрите. Потому что катализаторы кастуют фир. Если вы во время каста посмотрите на катализатор, вас кинет фир. Как бы тут есть кому сносить эти катализаторы, просто бегайте, смотрите в куб. Вы тоже типа не уверен в себе, просто бегайте. Есть там слово, есть ШП, есть шлемат. Эти катализаторы сольются хорошо. В
второй фазе мимики тоже вам не обязательно стоять прям и дамажить упор джайм. Типа перестрахуйтесь и отбегайте заранее. Насчет метеоров, да, совсем забыл насчет метеоров. Также на второй фазе появляются метеоры. Аналог как на Грулейгер. Типа ручки, да, тут 4 кружочка. В эти 4 кружочка нужно забежать. Но только, блядь, если на вас дебаф, метеор не закрываете. С дебафом закрывать нельзя. Вот если вы стоите один на метеоре, вас выигрывает. Потому что, например, вар можешь шире прожать, да, а кот, мишку и дубовую кожу, тогда в соло сможете. Я потратил 2 недели на фильме, как в первый день. Его не было. Лично ваш проблем. Ну не ШД, блять, я не помню просто. Шан, шуре, шива, шуре. Сейчас подойду. А можешь пометку? Роты перебить, меня не заказывать. Короче, пометка. На фоне. Поймаешь всю звездочку. Кипс, печенька, старик, трусы, кислый, ромбик. Такс. Так, дальше, Ена, если что, звездочки станет, Беладон, твоя печенька, адмирал, твои трусы, япончик, твой ромбик, женек, печенька, Мозер, трусы, инопланетянин, звездочка, Проня, печенька, Никитос, трусы. Так, дальше, враг, ты в печеньке, провокатор, в ромбике. Второй вар, звездочка, френзи, трусы, рога, печенька, похила, Лена, печенька, харзис, трусы, фанзера, звездочка, женуэн вместе с Настей, ромбик. Первая фаза. Чем быстрее сливается трэш, тем легче всему рейду. Поставьте дживс, обязательно сейчас. Подчинитесь на всякий случай. Я тут. Чтобы потом никто не кричал. И это. Ставлю саппорты здесь обязательно. Так, жив, попробуем поставь. Два танка. Попробуем два танка. Два. Джипс. О, поставьте дживса. 10 минут, когда. Неужели ни у кого дживса нет? Если хистой звать, она поставит дживса. Хлама бот. Сейчас я поставлю. Секунду. Два танка попробуем. Ты водишь, короче, этого. Я на сей босса и этих заберу. РДД зоны. Активнее сливаем большой трэш. Со старта босса не бить. Может, Лёш, звёздочку какую-нибудь поставим на третью? Для тех, кто, ну, не был. Пусть рога больших бьётся. Пусть рога. Знаешь, для тех, кто не был, это их личная проблема. Я потратил, сука, 2 недели, чтобы полностью все учили тактику. Кто не учил тактику, кто не ходил по рейдам, это ваша проблема. Я на себя звёзды кидать не буду, потому что я отдельно буду бегать. Типа, все должны были посмотреть стрим хотя бы банально, блять, выучить скиллы. Ты вторую фазу поанонсишь? Да, поанонсишь. Я просто только третью тогда могу. Сеня каста, Яна. Ну, я понимаю, бля, что... я не могу, вообще никак. Ну, блять, а что, мы без замедления будем хуярить? Ну, типа, тебе замедление каста нужно, просто чтобы быстрее от шторма разбежаться, да? И все. Нет, не только. Чтобы меньше штормов было. Меньше штормов? Да. Первую фазу без демона. Ну первую фазу типа окей. Сейчас, секунду.
Меня интересует в большей степени первая и last фаза. Вторая там постольку. Last фаза тоже. А, Ген, ну тебе же там ее, по-моему, раз в 30 секунд надо кидать, нет? Раз в 40 секунд, но у меня форма полтора. Да, 30 секунд, а форма полтора. Нет. Ладно, сейчас. Позвоню сейчас, попозже. Адмирал! Чё? Куда он там опять звонить собрался? Подожди, я сейчас макрос сделаю. Бафферс, да? Предлагаю, что проги ханты на пулю уже больше тебя, иначе они будут по рейду бегать. Да, ханты напуливайте больших, вы бьете больших, которые будут под боссом. Напуливайте. Ну окей, ладно. Рога, сиди, напуливай на меня, босс. Есть напул, отдал напул, напулил босса, подошел. Нету напула, значит бьешь трэш. На фоне готов? Женуэн? Да я тут, тут, запускайте. Потому что за первую фазу ты столько агра должен набрать. Дай мне лидера. Про кнопку с первой на вторую фазу еще. Не, да-да-да,